Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем устраивать мировые войны в игре под названием Make War. Надеюсь, эта чудесная игра вам еще не надоела, потому что я от нее просто без ума. К тому же, вышло несколько крутых обновлений, которые немножечко подкорректировали баланс. Что меня не может не радовать, ведь раньше для прохождения именно этого этапа мне требовалось 90 секунд сохранять жизни своих бойцов, своих пришельцев. Сейчас же это всего лишь 60 секунд, я долго экспериментировал, пробовал, и все-таки задание смог выполнить. Как я его выполнил? А вот так вот. Расстановку сил я не менял, просто нажал play, правда задание уже выполнено, и все было замечательно, все было хорошо, мои ребята стояли здесь, отстреливались, враги подойти к нам не могли, мы жестко стреляли в них, и все было здорово. У меня оставался буквально один чувачок, один стрелок, и он выжил последним. Зато задание засчитали, и это главное. Посмотрите, нам удалось даже практически всю вражескую армию перебить. Что ведь тоже очень круто, ведь скоро будет задание «Победа пришельцев». Сложновато, но мы его выполним. Правда, сперва нам нужно убить 170 юнитов, используя Теслу. Что ж, я думаю, что это не будет большой проблемой. Я знаю, где враги обычно тусуются, там мы Теслы и наставим, просто в центре. Хм, это придется убить половину армии, да? Одной из двух, либо правой, либо левой, любой. Такс. Смерти уже пошли, погибель начинается, и 39 человек не хватило. Значит, понадобится хотя... Испепелили всех. Я думал, потребуется установить несколько телепортов, чтобы переместить дальников ближе к ближникам, но нет, не нужно. Ну и что ж, вот оно задание. Новое оружие получается. Интересно, задание «Победа пришельцев». Что ж, я думаю, можно это сделать точно таким же образом, как я делал победу 60 секунд, назовем ее так. Что нам для этого потребуется? Сперва мы устанавливаем дальников в самый дальний угол. Не удивляйтесь, это правильно, так и нужно делать. Я надеюсь, что это сработает. Не факт, конечно, но получиться-то может. Ближники жалко будут быстро погибать. Возможно, даже не успею дойти до врага. Ну ладно, нам главное, чтобы остались в живых дальники. Остальное, в общем-то, по сути, ерунда. Так, поближе его перетащим, чтобы было место. Сюда и сюда. Далее нам нужны башни Тесла, чтобы враг не мог пробиться. Ставим их где-то, наверное, вот так. Тут устанавливаем гипновышки, чтобы, опять же, враг не мог пробиться. Поставим несколько мин спереди, чтобы, опять же, даже можно их ставить, наверное, так, чтобы не подпускать к себе. И основная проблема уже будет, скорее всего, с вражескими дальниками. Нужно будет что-то предпринять. Можно это сделать с помощью пришельцев, чтобы они их утащили. Ну, хотя бы какое-то количество, да? Здесь. Даже, наверное, вот так. Плюс нам потребуются порталы, наверное, чтобы телепортировать врагов прямиком вот сюда, к Тесла-башням. Сюда будут телепортироваться, по моим расчетам, и дальники, когда они будут тут проходить. Что может их поубивать. Такс, и сюда. Отлично. О, у нас есть еще один телепорт. А, стоп. Чё, погодите, я правильно поставил или нет? Да, все верно. А чё, подождите, у меня 3-3, здесь все нормально. Да, все хорошо, чё-то я протупливаю. Ставим сюда и устанавливаем сюда. Хе, вот это затупил. Окей, выглядит таким образом. Пробуем, что у нас получилось. Смотрим. Блин, вражеские лучники делают страшные вещи, и летающая тарелка уже улетела. Но враг тоже не может пробиться, смотрите-ка. Можно даже сделать такую стенку, что вообще никто не сможет пройти. Вражеские лучники остались, блин. Надо с ними что-то придумать. Мои лучники вряд ли их победят. Да, скорее всего, вражеских лучников нужно будет поубивать с помощью банальных вещей, например, лазерных установок, да? Да, этого недостаточно. Почти, да не почти. Надо будет убить всех вражеских лучников. Сделаем мы это довольно-таки просто с помощью турелей. Турелька тут, турелька тут, турелька тут, здесь. Ставим сюда. Даже задержку не нужно ставить, просто стреляем в лучников. И это будет жестко. Погнали! Даже можно было немножечко правее направить, тогда бы мы уничтожили все войска викингов. И это было бы довольно здорово. Такс, и вот такс. Смотрите, что будет происходить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам.
Хотя все-таки вражеские лучники снова выжили. Ладно, я не думаю, что это большая проблема. Мы их, скорее всего, расстреляем. Оба-на, а наших дальников-то осталось совсем не дофига. Они, конечно, могут справиться, но... Эй, не стреляйте, викинги, в нас! Стреляйте! Не хватило. Блин, да опять? Серьезно? Вроде бы перебил почти всех вражеских ребят. Значит, делаем так. Немножечко левее. Все равно слишком как-то... Вот так, да. Вот, теперь почти все вражеские лучники викингов погибли. Ну, а дальше дело времени. Техника как бы уже позади. Лучники англосаксов отвлекаются на викингов, они друг друга убивают, а мы в это время со стороны просто стоим и расстреливаем их безнаказанно. Да. Все, это победа. Победа. Стреляйте в них, правильно, не в нас. Англосаксы молодцы. Кто победит, англосаксы или наши дальники? Вопрос, кто мощнее? Что-то они тоже погибать не особо. Такие стремятся, да ладно! Вы же должны были погибнуть. Давайте установим один лазер сюда. Просто чтобы избавиться от вражеских лучников на всякий случай. Что-то мне не понравилось то, как это происходило. Сейчас должно быть лучше. Тарелка улетает. Забрала она вообще в этот раз хоть кого-то или нет. Неизвестно. Но все, сейчас должно быть все замечательно. Баланс сил соблюден идеально. Ближнего боя бойцы не смогут прорваться, потому что у нас здесь электрошок. А вот лучники опять могут натворить странных вещей. Они и те в нас стреляют! А нет, все, начали перестреливаться друг с другом. Слава господи. Воу, это победа! Ха-ха, зачем они перестреливались со мной? Отлично, новое оружие, узнайте больше. Арбалет с вирусом. Инъекция с вирусом мгновенно меняет генетический код живого организма, превращая его в кровожадного зомби, умеющего лишь одну цель. Убивать! Настройка угол стрельбы. Хорошо, я понял. Вот это орудие. Сделать 4 зомби. Но окей, зато у врага появились новые юниты. Чуваки с вилами. А в чем их суть? И здесь появились чуваки с топорами. Но чуваки с топорами явно посильнее чуваков с вилами. Но неважно. Нам главное сейчас создать несколько зомбарей. А, зомби друг друга заражают? Нифига себе, это прикольно. Это действительно прикольно. Никто не должен умереть вне пляжа? Охренеть. Как это работает? Все бойцы должны сражаться только на пляже? Вау. А как мне всю эту армаду переправить на пляж? Ладно, есть вариант. Мы выстрелим зомби-вирусом сюда. Заразим здесь викингов. Пока они будут сражаться сами с собой, к ним прибегут англосаксы. И уже, быть может, что-то получится. А, я могу еще и зомби ставить. Ничего себе, прикольно. Ну тогда так и сделаем. В рядах появляются зомбари. Зомбари. Много зомбарей. Текс, далее. Далее. Порталы. Конечно, порталы. Сюда отправляем сразу войска. Сюда. Чтоб зомби было повеселее. Еще сюда. И откуда? Ну и отсюда, наверное, отправим сюда. Ну и смотрим, что из этого получается. Зомби практически сразу все погибли. Миссия провалена. Нужна задержка. Чтобы была паника, нужна небольшая задержка. Секунды в две. Думаю, достаточно. Текс. Смотрим. Мы даже не попали шприцами. Шприцы... А, они ж сверху пролетают. Черт. Как это я сразу-то и не допер? Они ж сверху пролетают, над головами, я и забыл про это совсем. Так, сойди сюда, пушка. Иди сюда. Сделаем так. И вот так. И задержка побольше. Погнали. О, еще зомби появились, но зомби практически мгновенно погибают. Зато опять погиб один вне пляжа. Раньше времени, что делать? Не знаю...
Тесла пушки поставить здесь, что ли? Чтобы устроить настоящий ад для всех, я не знаю, бойцов своих также накидаем сюда, пускай сражаются. Я чувствую, что эту миссию выполнить я не смогу никогда. Очень уж жестко она звучит. Вне пляжа никто не должен погибнуть. Ужас. Ладно. Путем тыка, методом проб и ошибок, что там может быть получится. А, вырвался целый отряд на туда. Он не должен был вырываться. Чего они побежали туда? Они побежали не туда. Это, видимо, из-за моих бойцов вот этих. Они побежали туда. Они должны бежать вниз и сражаться с зомбарями и со всеми остальными тварями. Вот так, да. Вот это уже хорошо. Да опять гребаные лучники вот эти выходят. Они мне не нравятся. Их надо... Что надо с ними сделать? Одну мину поставлю хотя бы здесь. Одну мину здесь. Я не знаю. Летающей тарелкой их уберу к чертовой бабушке. Мина. Не знаю, что будет происходить. Миссия невыполнима. Чтоб дальше не уходили. Так, поехали. Да чтоб тебя, блин! Ладно, я пока не знаю, как эту миссию выполнить. Вроде бы на пляже все здорово, но это сложно. Все должны на пляже умирать. Не знаю, как это сделать. Давайте перейдем на карту и вернемся в Сталинградскую битву. Вероятно, здесь еще что-то интересное можно сделать. Так, следующее задание. Ой-ой-ой-ой-ой, 800 хила сделать. А, это же то задание, я совсем про него забыл. Я думал, и это пофиксят. 800 хп пришельцам. Ух! Тяжело, тяжело, ладно. Просто наобум поставлю. А вдруг повезет? А вдруг повезет, а? А мало ли. Чем, как говорится, не шутит. Погнали. Ну да, на что я надеялся, совершенно непонятно. Мы мгновенно все погибаем. Просто с одного выстрела. Поэтому нужны бомбы, чтобы вражескую мощь немножечко попустить, скажем так. Долго бомбы взрываются, как же долго они взрываются. Не нужна мне вообще задержка. Нельзя меньше одной секунды сделать задержку. Но опять остается один снайпер, 660 хп. Разница невелика, разница невелика, блин. Задачка, которую решил бы, наверное, первоклассник, но я решить ее не могу. Не могу эту задачу я решить. Здесь ставил, там ставил, тут ставил. Ладно. Еще одна попытка. Тут поставить. Ну, вот сюда. Здесь бомба. Просто пускай стоит бомба. Здесь бомба, здесь бомбы. Все взорвутся. Мы останемся жить вечно. Ядовитая зона не нужна. Снайперы потребуются. Возле хилов надо ставить их. Давай. Вот сюда. Ладно, сюда. Поехали. Оба-на, врага одного почти взорвали и... Ну, уже лучше. Но мы отходим далеко от хила и выхилиться не получается. Хильтесь! 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 Как же медленно вы двигаетесь и хилитесь! Ну слушайте, а на самом-то деле почти ведь получилось. Было бы поменьше бомб, возможно... Возможно, было бы лучше. Давайте уберем ее. Опять весь вражеский верхний отряд взрывается. Ну ладно. Все равно, может быть, нам нанесут достаточное количество урона, и миссия будет выполнена. Если я выполню ее, я буду рад просто до безумия. 150, давай 110. 30, давай, 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 пожалуйста! Не отходи так далеко, 30 хп, да ты что? Не успел 30 хп выхилить. Я немного изменил расстановку. Может быть сейчас будет разница хорошая. И все-таки эти 30 хп мы сможем захилить оставшиеся. Хотя сейчас хилить придется гораздо больше. Это повезло, что 30 осталось. Реально тупо жесткое везение. 190, давай. 130.
110, давай мы еще можем, 70. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну хилитесь, ну вы же хилитесь. 2, еще хуже. Ладно, попробуем убрать и эту бомбу. Во, но это слишком много бойцов остается. Выхилить такое количество хп мы явно не сможем. Хотя, как знать. Хотя, как знать. Хилимся. Хилимся, ну хилимся же. Не хилимся. Не хилимся. Ох. Погнали. Нужна еще одна бомба. Маленькая бомба нужна вот сюда. Просто сюда. Вот это. Вот это вот вроде бы нормально. Половину взорвал. Вторая половина будет наносить дэмэдж. И вроде пока получается очень даже неплохо. 270, 210, 190. Отлично, 150. Еще 110. Давай, давай, давай. 90. 10 и... Yes! Вау! Да, 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 не верится. Получилось, друзья, миссия эта выполнена. Ух, ну и думаю, на этом пока можно остановиться. Я очень рад тому, что произошло. Продолжим мы с вами завтра. Надеюсь, вам игра не надоела. До новых встреч, будьте счастливы. Пока!